А, бля. В инвентаре нет предметов. Так, предметы. Теперь попроще будет. Нужно, короче, выбить каких-то более-менее нормальных, блядь, футболистов, чтобы, блядь, сегодня не пасть духом. Но я так понимаю, это хуйня какая-то мне выпала, да, сейчас? Я просто особо не выкупаю. Потише надо сделать. Да, ну и я и нажал-то на самую хуёвую, поэтому поебать. Сейчас вот это все говно проскипаю. Открыть три штуки сразу открою, что там выпало. Залупа, 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 все. Это что? Сколько у меня таких? Четыре штуки, похуй. Они причем дешево как-то стоят здесь. Так, вот этого откроем, одного кента. Что-то, походу, заряженный какой-то, слышите, судя по всему. А-а-а! Я не знаю, кто ты, мужик. Ты очень дешево стоишь. К сожалению, видимо, ты не очень. Так, 5 штук. Наверное, будем от самого маленького левела идти вверх, поэтому... А, стоп, это не маленький левел. Поэтому пойдем вот с этого. Сколько у меня таких? Одна штука, похуй. Хуета, я надеюсь... О, опять хуета, да? Так, мне это тоже ни о чем не говорит, блядь. Тоже какой-то слабенький, судя по всему, потому что у меня есть круче, блядь. Намного. Бля, 21 штука этого левела, блядь. Так, кто это? Бля, хоть бы 90-й какой-нибудь выпал, бля, World Hero. Вратарь идет. Так, ну, уже неплохо. Уже неплохо. Мне выпал Яшин. Я не знаю, какой он вратарь. Стоит его менять на моего или нет. Тоже какой-то кент непонятный. 14к это мало, чуваки. Вот за Вилла Смита дают 2 миллиона. Типа, тоже мало, но... Он очень похож просто. Так. Собака Братишкинов, привет. Твой вип с ником старичок. Блять, опять! Я понимаю, World Hero дебют, это какая-то хуйня выпадает, правильно я понимаю? Можешь снять с него вип, пожалуйста. Не могу, отвали. Их потом можно всех попродавать, купить себе какого-нибудь заряженного кента. Опа, ебать, это какой-то мужчина серьезный, блядь, сейчас будет, походу. Мозис. Я. Тоже не знаю кто. Но, наверное, мне пизды дадут, если я буду кого-то обзывать, поэтому похуй. Топ. Чуваки, я смотрю на цену в игре, типа, мне это важно очень. Типа, плохой персонаж, он не будет стоить дешево, понимаю, вернее, не будет стоить дорого, поэтому... Но они, кстати, не хуёвые выпадают. У меня там что-то вроде бы... О, опять вратарь какой-то. Бля, у меня уже два таких, типа, прикольно. Типа, может два человека одновременно выпасть, пиздец. ЦП выпало, так. Кто вы, люди? Я не понимаю! Я не понимаю, кто это. Давайте дальше. Бля, я сейчас не успею с такими темпами. О, мужик, ты кто тоже? Так, ну-ка в пизду какой-нибудь, блядь, попизже открою. Чё-то, блядь, мне... Кто это? Так, Виктор Санчес, но это тоже 6 мультов стоит. В принципе, более-менее. В принципе, более-менее. World Hero дебют, чё? Так, 3 Креспо. Не знаю я их. Почему некоторые в черно-белых фотках? Типа, их нет уже в живых, наверное? Ебать! О-о-о! Нихуя себе! Вот это вот я знаю! Вот этого я знаю! Вот это нормально выпало, блядь! Вот это нормально выпало мне! Неймар, заебись! Только 89-го левела. Ну, это похуй, там прокачать, наверное, можно. Так, Неймар дропнулся, хорошо. Я уже Дрейка успел разъебать, 3-0. Рауль Гарсия. Нет, чувак, не знаю тебя. Похож на человека-муравья, который в фильме снимался. Что-то они с фотками не совпадают, я вам так скажу. Так, какой-то Хезард выпал.
Так, тогда открываем вот этих вот бедных. Бля, можно сразу 10 штук ебануть, типа похуй. Чё, посмотрим, кто выпадет. Так, кто эти мужики все? Ебать! Вот это нихуёвый выпал! Морган, блять, защита, физподготовка. Ты заебись, а скорости чё у тебя, мужик? Эй, неплохо, кстати, с этого пака насыпало, я вам так скажу. Так, хорошо, еще по одной штуке открываем. Тихо, пацаны. Донатим мне на новые паки, 100%. У меня еще впереди игра, блядь. Но если я пройду, конечно. Если я не пройду, мне придется с вами играть. Не, мужик, сори, тоже не знаю, кто ты. Что это за команда? Это типа... Бля, пиздец, пацаны, вы всех знаете, такой позор, нахуй мне вообще футбол, блядь. Зашквар. Да, лучше рэперов знать, наверное. Верим в тебя. Я в себя не верю, я вам так скажу. О! Самый дорогой чел у меня из сегодня выпавших, по-моему. А, нет, или... Два... Да, нет, не самый дорогой чел. 18 миллионов он стоит, охуеть. Так, значит, открываем 84. А чем отличаются серые карточки от, например, зеленых? Что-то я просто не особо понял. Чел, ты кто? Бля, у вас все легенда. Я так понял, у вас абсолютно кто не выпадет, то легенда. Типа, не, не считается так. Так не считается, чуваки. Вот это уже серьезный мужчина. Вот это может быть легенда уже какая-то. А может не легенда. Ладно, я понял, вы пишете легенда, если картинка серая. Блять, Санчес уже второй раз дропается. Надо его забарыжить. Че, зачем мне два близнеца? Ух, ебать мне сыпется, ебать, вообще жестко. Так, я так чувствую, сейчас мы обновим нормально, типа, игроков. И это еще не самые пиздатые паки, которые у меня падают. Такс, хорошо, завершаем. 11 штук вот этого. Открываем. Тихо, пацаны. Кучаев уже был! Чё он мне дважды выпал? Так, десятку сразу ебу. Похуй, не хочу долго открывать. Вратаря бы мне какого-нибудь еще жесткого. Бля! Нихуя! Лопес за 46 мультов выпал! Вы чё, угораете? Лопес! Заха! Бланк! Вот это легенда, наверное, уже. Бля, ну да, да, нихуёво. Нихуёво выпало. Вот эти будем открывать по одному, соответственно. Пацаны, надеюсь, там не хуйня какая-то, блядь, пожалуйста. Хоть бы нормальный какой-нибудь выпал, блядь. А ты кто? Какой-то маленький. Ебать! Нихуя себе! Добрый вечер, блядь. Ну вот это нихуёвый мужчина, видимо. А, стоит он 82 миллиона. Заебись, хорошо, пойдет. Я надеюсь, еще один нормально выпадет мне какой-нибудь. Так. Флорен, бля, не, чел, ты вообще пиздец. Вот ты уже, по-моему, выпадал, насколько я помню. Так, хорошо, на 8 тысяч мне выпало очень много нормальных кентов. Кентоу. Типа. Ну вот у меня пока что старые все это. Я научился, если что, финтовать потихоньку. Типа, я теперь могу вратаря, блять, наебывать. Но не в этом случае. А, вратаря надо менять, нет, как думаете? Ну, в любом случае, я теперь жестко играю. Вот так, нахуй, я умею, блять. А, легкий вратарь. Так, погнали. Построение, блядь, видимо, надо тыкать. А, нет, построение это потом.
Блин, надо заранее подготовиться. 8, сука, 11 минут у меня есть. Перед тем, как я буду шпёхать аренян. Так, а... Сука, куда мне надо регистрация игрока? Так, а кого мы будем убирать и регистрировать? Ой-ой-ой-ой-ой. Чуваков, которые не очень. Это какие? Видимо, вот эти. Это мы назад. Закинули Харди. А чё мне всех надо это ткнуть? Так, кого бы здесь закинуть? Кто здесь самый пиздатый у меня? Будем регать вот этого мужика. Лопеса ставить, нет? Вратарь. У меня вратарь пизже или этот крутой? Типа... У меня Шмейхель. А этот Лопес. Что, Яшина? Яшина купи. Вратаря Яшина? Блять, зачем мне покупать Яшина? Типа, а сколько он стоит? Внизу он, где? Бля, ребят, ну он слабенький что-то тут прям, по характеристикам-то. Зачем он? Он легенда. Так да, но мне нужно выиграть, а не ставить легенд, чуваки, я понимаю. Мне нужно чем выше стата, тем пизже, ну это же логично. Мне сейчас вообще не до легенд, чуваки. Мне сейчас... Я не собираюсь собирать команду из русских игроков, типа. Зачем? Он лучше. Да чем он лучше? У него 87-й левел, я не понимаю. Как вы определили, что он... Блять, похуй, давайте лучше выгружать тех, кто у меня сейчас есть. Как их туда перекинуть? Что-то я не могу перекинуть их. Кто у меня не очень? Так, на Лопеса поменял. Вот этого надо сюда кинуть. А отсюда взять... Неймара берем же, да? И Моргана. Да я думаю, всех надо брать. Бля, я что-то одного не понимаю, нахуй. А, блядь, надо тыкать было на них. Так, вот сейчас не могу тыкнуть. Джонса поменяем. 94 плюс их бери. Так я и пытаюсь, погоди, сейчас я выкину тех, кто мне не нужен здесь. Вратарь, зачем я вратаря выкинул? Так, что-то я нажал здесь. Так, вот, отлично. Теперь у меня хватает слотов. Лорензи ткнуть. А где Ндиди? Гомеса и Заху поставлю. Зинченко это кто? Тоже, наверное, не надо. Так, давайте, в принципе, ок, я ж смогу потом, или мне надо всех регать? Блять, кто эти люди все? Я не понимаю. Я вас не хочу регистрировать больше. Уходите отсюда. Добрый вечер. Ой, блять. Владимир, очень важный вопрос. Да-да, я. Чем отличается Simple Gimple от Puppet? Я не знаю, я не шарю, блять. Что? Блять. Так, ставим Зинченко, наверное, сюда. Переход сделаем, зарегаем. Кто это у нас? Тоже сделаем переход. Сделаем переход. И, наверное, все. Я думаю, сейчас мы немножко соберемся, блядь. Ванбер, меняй. Сейчас поменяем, погоди. И теперь построение нужно зайти. Итак, кого из этих нужно поменять? Они все жесткие, в принципе. Я что-то хуй знает даже кого. Вратаря, говорят, меняй. Но вратарь жесткий у меня, нет? Белоти. Они у меня куда? Вниз улетели? В резерв. Лопес на Велоте. Скорость. Бля, мне Шмейхель больше нравится по статистике. Он что-то прям... Пободрее, по-моему, Шмейхель.
Наверное, не надо его менять, Шмейхель, в принципе, неплохо ебашит. Ван... Вы мне сказали, Ван... Ван... Вот, а на кого его поменять? Он у нас кто? Он у нас ЦЗ. На Моргана? Видимо, менять. Да, на Моргана. Ну, давайте менять на Моргана тогда. А, значит, я его из резерва переношу в основную... Блять, что нахуй, сука, блять? Погодите, как выйти отсюда? Бля! Как его перенести вниз? Я не понимаю. Вот, надо Моргана, блядь. Вот так сделать. Все, окей. Я его поменял. А что не с отрицательным знаком? Марина Престиж. Где Престиж? Блядь! А что за хуйня? Что значит Престиж, блядь? Ну так а чё слишком круто, блядь? Что мне надо делать, чтобы у меня Престиж был выше? Так, что мне сделать, ребята? У меня 5 минут до старта. Тренера меняй. Бля, у меня тренера нет, чуваки. Тренер похуй. Густаво Флашич. Мне ФРВ, блядь. Ой, сука, я тупой. Я не смогу сыграть таким составом, бля. Чё делать, нахуй? Неймара поменяй, вратаря поменяй на Яшина и норм будет. Да, я понял. Неймара вместо Марадоны. Так хорошо, я все равно потом, блядь... Где Неймар? У меня. Что, я его не вижу, блядь? Видите, а, вот Неймар. Не, что-то вы пиздите хуйню какую-то. Алёша, купи тренера. Так, короче, ладно, пойдем тренера покупать. Ой, сука, а как мне Престиж качнуть? Как тренера купить быстрей? Трансферный рынок, наверное. Кристиану Рональду 250 миллионов монет, блядь. А что тут он один? Покупай. Нет, мне нужно, блядь, тренера найти как-то. Тьфу, твою мать, блядь, а. Как тренера купить? Ой, блядь, хз. Я тоже хз, чуваки. Я, походу, сейчас не сыграю, блядь. Ариньян опаздывает, не торопись. Бля, хорошо. Хорошо, если она опаздывает, это замечательно тогда. Быстрее! Я себе випку купил еще за свои деньги, блядь! Чтобы мне дешевле все было. Магазин. Так, в магазине я могу купить какую-то хуйню донатскую. Стоп, мне это не надо. Мне надо купить тренера. В раздевалке, говорят, блядь. В раздевалке тренера? Чё-то вы мне пиздите, по-моему. Пиздят. Так, короче, вы, походу, не играли ни разу. Тренировочный центр. Тренер команды. Спасибо, чуваки. Так, замена. Блять, а чем он влияет-то нахуй? Мне нужен тренер, который будет 4-3-3, блять. Кто из них пиздатый? Вот этот? Чё, заменим его? Лёв? Окей. Контракт заключить. Мужик, ты чего, блядь?
А, я думал, я сам, блядь, напишу. Так, хорошо, я поменял тренера. И чё? И все, я теперь могу ебашить жестко. Напиздели! Как престиж, сука, мне, блядь! Ой, блядь, в чем смысл, блядь, пиздатых, ебаный в рот, ебашить пиздатых сюда игроков, если я их не могу, блядь, поставить всех пиздатых? В чем прикол-то, нахуй? Яшина, поставь и все. Ну, у меня вратарь крутой, блядь, ну не надо его менять. Надо кого угодно поменять, только не... Вот это кто? Я тебя не звал, иди отсюда. Кого-то из этих надо. Я уже, в принципе, привык за них играть. Наверное, может и так оставить. Только Морган ебаный мешает мне. Зинченко вместо Игнатьева, чтобы понизить престиж. Зинченко вместо Игнатьева. А Игнатьев поменять на Зинченко, да, говоришь? А он у меня где находился? Чё-то ты мне, блядь, на единицу его понизил, дорогой нахуй. Так, как его теперь предыдущего звали? Блядь, я проебал старого. Бля, может просто престиж вкачать? Кому тут не хватает престижа? Куда донатить, чтобы ему вкачать? Погодите. Я могу... Его прокачивать, продавая, ну, типа, давая кушать ему всяких вот этих чуваков. Блять, что же мне делать-то нахуй? Ой, бля, ребята, я тупой пиздец, я не понимаю. Еще в ППХ? Ой, в ППХ все. Да не убирай никого бомжей на замену и все. Так а как мне, блядь, бомжей на замену поставить? Плюс снова. Типа, вот я понимаю, резерв у меня. Но у меня в резерве пиздец тут. Как мне, например, переключить, чтобы у меня в замене бомжи были? Потому что они слишком крутые здесь. Так, тихо, Дрейк что написал? В регистрацию зайди игроков. Ага, сейчас. Что я сделал? Нет, отмена, не надо, пусть вернется. Да, блядь. Регистрация игрока. Так, окей, хорошо, что здесь сделать мне? Кем я не пользуюсь? Вот просто по списку говорите мне, кого кикать. Заха. Ну да, он что-то слишком жесткий. Так, иди отсюда. Далее. Вот этого чела-то я, блядь... Вот этого чела-то я тоже не использую. Давай тоже иди отсюда. Блять, Игнатьев, сука, наверное, его оставить. В принципе. Он же неплохой. Мюллер давай тоже. Чё-то нихуя не меняется, блять. Поменяй Марадону на Неймара в составе. Сейчас. Блять, какая сложная игра, ебаная, блять. Я ничего не понимаю, блять.
Пиздец, чтобы просто кентов ставить, мне надо, блядь, какой-то престиж ебать. А если я миллиардер, блядь, корпорации, нахуй, Макдональдс владею, блядь, я имею право кого угодно собрать, блядь. Такого же нету понятия престиж в футболе. О, а этот слишком пиздатый. Значит, так, вы ставите его одного и убираете минус 10 из своей команды. Что, есть? Реально? Это же бред. А, ну это примерно как тот чел, который ботан у вас в школе, и ты типа слишком... У тебя слишком низкий престиж, блядь. Ты слишком пухлый, вот иди на воротах стой. Так кого мне менять, пацаны? Я уже начинаю, блядь, немножко нервничать, я вам так скажу. Вратаря нельзя никак вообще, нельзя. Вот прям вообще никак, чуваки. Бля, вот Зинченко и Брехме можно поменять. Вот в запасных у меня пиздец какой-то. Я вот не знаю. Они же влияют, наверное, запасные. Так, Петя меняю, у него 18. Петит. А, слева это престиж. Петита на кого поменять? Вот на этого, наверное. Лорензи. Не надо, говорят. Быстрее! Я не успеваю! Я не смогу сыграть! Моргана на Ван Дейка. Где Морган? Так, ладно, в принципе, можно старый состав оставить. Где он у меня, Ван Дейк? CH. Блять, ебаный в рот этого жопу, блять. На кого Моргана менять? Ладно, на Ван Дейка поменяю, и в принципе... О! Все заебись, но кого-то можно подкачать. Ван Дейк забалансил, в принципе. Кого-то можно поменять на более пиздатого. Неймара на Марадонну. Так, где Неймар? Точно? Марадонну на Неймара. Так, хорошо. У меня еще остается. А, все, в принципе, похуй. Он пишет, все, все. Почему-то мне пишет 89, хотя я все поменял. Все заебись. Слава Украине. Так, все, добавь Аринян во френды. Сейчас я пойду с ней перетру. А где Аринян-то, блядь?